Чебоксары готовятся к Новому году и всероссийскому конкурсу «Новогодняя столица России». Глава республики проехался по праздничному городу и лично оценил его готовность к празднику. Каждый год столица меняет свой облик. Постепенно благоустраивается центр. В этом году на обновленной Красной площади установлены световые арт-объекты «Тухья», «Руны». 14-метровая елка сияет в авторском оформлении. Подсвеченные арки, детская площадка, деревья создают праздничную атмосферу. Наш город очень прекрасен. К Новому году удивительно сверкает различными красками и очень красивый. Комфортная среда приходит и в микрорайоны. Завершилась реконструкция сквера Максима Горького в северо-западном районе. Там появились световые арки, иллюминации на деревьях. Очень нравится этот парк, потому что здесь очень много аттракционов. Здесь как бы стало уютнее. Спасибо большое, то, что построили для нас этот парк. Так что у столицы республики есть все шансы на победу во всероссийском конкурсе. Сделали очень много, мы уже подготовили серьезную концепцию, и уже частично мы его реализовали. И вот та иллюминация, то украшение предновогоднее, которое мы сегодня видим, это часть вот концепции, которая будет реализована под новогоднюю столицу России, в которой мы будем участвовать на следующем году, и уверен, мы получим соответствующее признание. Концепция реализована в нашем чувашском национальном стиле, очень красочно, ярко и, на мой взгляд, очень современно. До 30 декабря будет завершена художественная подсветка студенческого сквера, деревьев вдоль центральной магистрали в парке Амазония, сквера на площади Республики. Екатерина Шеверова, Николай Скворцов, Республика.